очередной ведомственный совет. Судебные приставы на заседании коллегии подвели итоги прошедшего года и обозначили планку на следующий. По рейтингу эффективности деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных приставов России мы находимся в двадцатке, а именно на 14-м месте по рейтингу по Российской Федерации. Задачи, поставленные в прошлом году, выполнены больше, чем на 100%. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов отчитались, что в прошедшем году было много заявлений о неплательщиках алиментов. Один из наиболее действенных методов по их взысканию – запрет на вылет за границу. За 2013 год долг алиментщиков перед своими детьми уменьшился на 45 миллионов рублей. На заседании наградили лучших работников и озвучили задачи на 2014 год.